Джинс, Джеймс Хопвуд, английский физик и астрофизик, основные труды по кинетической теории газов, теории теплового излучения, фигурам равновесия вращающихся жидких тел, строению и эволюции звезд, звездных систем и туманностей, вывел независимо от Джорджа Релея закон излучения Релея. Джинса выдвинул гипотезу образования двойных звезд из единого облака. Автор космогонической гипотезы, гипотеза Джинса, автор научно-популярных книг по астрономии, дерево познания добра и зла, свирот, заиранпин, исправленные желания и точка Малхут, эгоистические неисправленные желания. Есть плоды этого дерева, и получать наслаждение познания можно только тогда, когда желания Малхут будут исправлены. Духовное, абсолютный альтруизм, совершенно не связанный с животным телом, реализация которого возможна только в той мере, в которой душа связана с Творцом, свойством отдачи, ощущает его наполнено им. Духовное постижение – это постижение, внутри которого мы явно ощущаем источник того, что постигаем. В духовном постижении свет несет в себе, кроме наслаждения, четкое осознание источника наслаждения. Глубина этого осознания зависит от ступени, на которой мы находимся, основана на понимании первопричин духовной природы. Духовное постижение – это любое духовное постижение обязано соответствовать двум критериям. Первый. Оно должно быть истинным, а ни в коем случае не являться плодом воображения. Второе. Оно не должно вызывать ни малейшего сомнения, как не вызывает в человеке сомнения собственное существование. Существование, собственное существование. То есть необходимый уровень познания, которое можно назвать постижением, соответствует чувственному ощущению, приравниваемому, приравниваемому к реакции сенсоров тела. Уровни познания, не соответствующие данному определению, называются кабале, понимание, изучение и прочее.
духовные миры, высшие миры. Это всевозможные частичные миры, ощущения Творца, ступени постижения называются. Осияет Цира, Бария, Ацелут, Адам, Кадмон. Как-то, когда человек полностью завершает исправление, его состояние, ступень называется мир. Называется мир бесконечности.